Примерно 3 месяца назад я увидел крайне интересную рекламу о том, что аватары, размещаемые поверх страницы, способны вызывать очень интересные эмоции, побуждающие к действию. И я решил этот инструмент применить в обучении со своими студентами. И у меня это получилось. Тогда я спросил у коллег в группе, интересно ли им это тоже узнать, и увидел, что такой интерес у них есть. И когда в ходе вебинара с коллегами я предложил им такие аватары создавать бесплатно, мы стали это делать, и я увидел то, что мои ожидания не совсем совпали с реальностью. Оказалось, что с одной стороны коллеги видят колоссальную эмоциональную сторону аватара, но не всегда видят результат действия аватара и не всегда понятен изначально. Смогли ли мы договориться между собой? Приходите на наш вебинар, и вы узнаете результат нашего совместного труда. Он действительно интересен. До свидания.